Доброго времени суток всем еще раз, дорогие друзья, с вами по-прежнему God Hunt и Lost. У вас, наверное, уже раннее утро или поздняя ночь, я точно не знаю, смотря откуда вы. Ну а у нас предпоследний матч сегодняшнего дня, Alliance против Team Liquid. И давайте посмотрим на их положение дел в таблице. Alliance стартовали турнир не очень хорошо. Liquid, если учитывать, что они темная лошадка и прошли через Wildcard, выглядят немного лучше. Команда Alliance, 12 строчка, 12 игр, 5 побед, 7 поражений, 15 очков. Команда Team Liquid, 12 матчей, 6 побед, 6 поражений, 18 очков. Очень важен матч этот для Team Alliance. И давайте посмотрим, что они на него приготовили. Bristol Back, Brewmaster, first пики команды Alliance. Чем отвечает Team Liquid? Это Faceless Void и Tinker. Очень стандартный набор. Ну и в банах находится Lycanthrop, Skyrise Mage, Патма, Разор. От Alliance Team Liquid избавились от Фуриона, Дума, Пугны и Расы. Да, пики и баны на последних трех днях International, точнее, они как бы и первые, которые прошли, достаточно однообразны. И мы смотрим, как миксуются 1, 2, 3 героя в лучшем случае. Lost сейчас должен подойти, я не знаю, куда-то отбежал. Возможно, попить, возможно, убыться, еще что-то. Смотрим, третий пик команды Alliance. Есть мидер, есть, скорее всего, оффлейнер Bristol Back. Конечно, Лода может взять его и как мейн-керри. Венги Full Spirit. Вот это инновация, скажем так, на Интернешнале. Не часто он появляется и, возможно, что-то привнесет новенького. Чем ответят Team Liquid? К нам в гости Каспер зашел, к нам бежит Lost. Lost! Привет, мы скучали по тебе, Lost. Lost тоже по нам скучал, уверен. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining, минута 40. 9 бонус тайма есть. Навалом времени, скажем так, у Team Liquid. Делай, что хочу. Reserve time. Ну что ж. Что ж, стандарт. Ну, хотя нет, Alliance стандарт. Таки как раз не стандарт. Стандарт. Bristol Back, второй пик, это стандарт. Ну, Vengeful Spirit не стандарт. Да. Не, вообще, Vengeful Spirit для Альянс уже стандарт. Альянс пошли по пути простоты. Каждые пики они уже пикают не с расчетом, что надо где-то побегать, загангать, а чаще всего это три жирных героя. Bristol Back, Brewmaster, ну и плюс один для там, Лоды. Лода не будет играть на Брюмастере? Ой, Bristol Back. Ну, там надо будет смотреть, потому что все может быть. И я вообще в этом пике, вот в этом пике Альянс еще был один герой, это Лон Друид. И за Лон Друидом был Чен. Они собрались вместе. Были куча аур, хила, там пассивка Vengeful Spirit Чена. И они убивали. Вот. Бич Доктор. Этот герой очень сильно заезжает под Faceless Void. Если купол стоит удачный, ставится Deathward, шансов уйти очень мало. Герой имба с войдом. Да. Купол, он, под купол он вообще хорошо заезжает. Сейчас подставку альянсов, что, скорее всего, будет Чен. Да, вот та самая острота, которая и была. Медведь появится ласпиком. Ну и был, да, и был медведь ласпиком, причем вот таким героям очень тяжело Мишку останавливать. Тинкер — это АОЕ прокаст. Войду лучше не подходить к медведю. Будут корешки и все. Ну и Вич-Доктор, у него ничего нету, кроме касок. А Вард не бьет медведя. Ну, надо что-то против Мишки. Нужно что-то, да, против Мишки. И желательно еще один герой на отспам. Потому что лейтгейм уже у Cloud9, у Team Liquid очень сильный. Войд, Тинкер и лейтовый Вич-Доктор под хроносферу — это больно. Ну, пока непонятно, кто здесь Войд. Войд фармила или Войд оффлейн? Узнаешь. Хотя что-то сегодня Пегасус. Забажил. Демон играл на войде. Да, в качестве мейн-керри. Нету. Он был в мейн-керри. Я думаю, после той игры его сместят на в качестве хардлайнера. Думаешь, не захотят удостовериться? Он, да, он на этом герое играл как будто Нюкс Ассасин, которому нужно
найти свою цель и убить Черносферы в одиночку. Без байбека обязательно. Да, хардмод. И Бэтрайдер, да, его дважды за такие дела наказывал. Почти, причем в одном и том же месте, когда он был один. Так что... Демоны тоже могут наказать за такие дела. Я там сейчас будет тишина, если не договорились, да. Я к тому, чтобы мы не мешали. Earthshaker. Мы никому не мешаем, да. У нас нет кондиционера, поэтому мы здесь чувствуем себя королями. Шейкер будет останавливать всю движуху, вот тут миличных героев, да и Шейкера, которые присутствуют. Но... Много станов у команды Team Liquid. Есть Witch Doctor, есть Шейкер. Есть, но Бристлбеку это все не помеха. Он в одной... Ну, как сказать, если Бристлбек попадает под Маледикт и рассказ Тинкеров... То Avenger Full Spirit его свапает, и они все убегают. Не, ну так это идеальный расклад. А Avenger Full Spirit улетает под обилкой Чена. И в итоге супер старта. Минус Вивер от Альянс. Ого. Да. Мобильность. Думаю. Мобильность у нас, ну, немножко хромает у Альянс, потому что единственная специализация это забирать Рошанов и драться 5 на 5. Ну и давай. Lone Druid. By Admiral Bulldog. Lone Druid. Да, можно взять какого-то кэрри и отдать Lone Druid Бристлбеку, что, в общем-то, тоже хорошо. Но пока Lone Druid норм заезжает. Кроме Шейкера, все остальные герои его не очень сильно пробивают. Танкует Вайда, выживает в хроносфере. Проказ Тинкера, ну, ты можешь собрать пайп для своей команды, да? Вот Вич Доктор, единственная замоза в заднице. Но есть Вард, который, Мишка, который кидает крышки Вич Доктору. Сам по себе медведь жирный. Не, ну, можно... есть чем сбивать, есть стан Винги, есть крипы у Чена должны быть, какие-то брюмастеры, если что, в ультимейте развалится либо ветра, либо булыжник по голове. Вроде как не самые страшные. Вот когда не было бы ни одного стана, вот это страшно. Да, или еще с таких героев, ну, симпатично смотрится Спектра, потому что она хороша против... Вообще хороша против этих героев, и против Шейкера, и против Тинкера, и против Вич Доктора градаться, но я верю... Ух ты! Алхимик. Да. Нету лонгрида. Но, в общем-то, герои с похожей функцией. Ну, вообще уже неплохой минус армор намечается. Если Венгай сейчас соберет медальку, через Вейв в Тиро Рейсит Спрей... Можно щемить. Минус 16 армора на Рошане. В районе так. И это неплохо. Это Рошан будет лопаться фактически сразу. Ну, плюс алхимик у нас толстый. Алхимик у нас сейчас себя рекомендует как такая контра Тинкеру, который пакует себе Тараску, Кирасу и прочие артефакты, заходит на хайграунд и... Выдерживает рассказ. Да, убить его очень сложно. Да, по сути, если Faceless Void ловит алхимика под ультимейтом в купол, то он его, скорее всего, не убивает, потому что... Ну, конечно, какие артефакты будут, но в любом случае реген 110 в секунду — это много. Да, и Койко забирает Вайпера. Одного из лучших героев против миличников. Хорошо себя чувствует, как рыба в воде. Когда тебе не надо ни за кем бегать, и ты по кулдауну расстреливаешь. Вообще хорошо, когда ты Вайпера против... Ну, с тобой есть бурстеры. Они быстро опускают цель до малого количества хп, и пассивочка начинает разрывать. Тут такие герои имеются. И, ну, оба пика достойны. Обоих команд. Я болею за Альянс. Вот я вижу Тинкера, да? Ты должен болеть за Team Liquid. Нет, я вижу... А, да? Ты видишь? А что? Ну, вроде Альянсы тоже должны все проиграть для Empire. Да? По-моему, да. Ладно. Тогда я болею за любовь и добро, что сильный пройдет вперед. Миротворец Lost. Что ж, дорогие друзья, немного по составам. Team Liquid, Бульба играет на Witch Doctor, Койко, Тинкер, Пегасус, он же демон, Faceless Void, TC, Viper, Way Too Sexy, Shaker. У меня уже кембриджский акцент английского появился, пока я в Сиэтле. Команда Alliance, S4, Брюмастер, Аки, Чен, Лода, Алхимик, EGM, Vengeful Spirit и Адмирал Бульдог играет на Бристлбеке. Чен просто на каком-то кабане ей. Почему? Странное центрирование камеры, согласись немного? Да. Я нажимаю, я... Наоборот, замечательно. Как-то... Нет, это... Не замечательно, мне так не нравится. Dota 2 помогает нам. Потерять? Транслировать этот матч. Ну что это за фигня?
Тут, конечно, не как у тебя ужасно уезжает камера в любую сторону, но все равно неприятно. Это Ice Frog. Ice Frog? Ice Frog балуется, да. Во-во! It's impossible to cast Dota 2. Fix it, please. Не, ну реально какая-то... Ладно, так еще ничего. Сейчас он появится. Подлагивать не могу FPS, я вроде... Абсолютно все закрыто. Но что-то все равно не нравится. Ристалбэк идет у нас харду. Ну да, Адмирал Бульдог. Я не удивлен, что оффлейн Лода идет фармить. В мидле будет стоять по НДОС фон на Брюмастере. Стоять он будет против Тинкера. Где Шейкер? Понятно. Понеслась. Шейкер смещает лайн немного в свою сторону. Сейчас быстро оранжевый крип погибнет. И лайн пропушится. Не сильно, но будет себя будет чувствовать. По-моему, он вообще не пропушится толком. Ну, максимум пойдет, но до тавера у нас крипы не дойдут. Венжи да, фул... добивает лоды крипа. Да, Венжи Фул Спирит у нас может отпулить. Вот этот большой кэмп. И алхимик вообще все заберет под тавером. Или сделать дабл стак здесь, чтобы все крипы умерли. Главная задача для Венжи Фул Спирит это просто гонять вайда. Не пуля, иначе будет он. Будет как дома себя на будет и так чувствовать себя как дома. Он получает экспо, это для него важно. Огромный пакован крипов просто сюда приходит. И что? И Войт стоит фармит. Сейчас получит у него уровень. Очень много дэмэджа. То есть вот если вот брать алхимика, да, у него больше на пятнарик почти, чем у того же алхимика. Это очень сильно позволяет ему добивать, ну, контролировать линию. То есть вот пока не получается у нас альянс как-то вернуть лайн на круги своя. Да, и Войт поэтому получает огромное количество опыта и денег. Да, и Войт вообще он... Вообще в шикарных апартаментах. Вроде бы ты и на харде, да, но ты стоишь под своим тауэром, никаких саппортов нету, стоит против алхимика, у которого дэмэджа меньше, и все. Чем-то напоминает изи лейн. Койка у нас в центре очень агрессивно стоит против Брюмастера. Койква же... очень сильный тинкер. Он уже выигрывал не одну игру на тинкере. Я могу сказать, что вообще Койква это тинкер, который вообще вот, ну, вот стал тем тинкером, который начинал собирать Ezreal Blade Dagon 5 в команде Маус. Это, правда, происходило не во всех матчах, поэтому... Шейкер в инвизе. Мало кто это видел. И Vengeful... Проблема ЕГМ. Vengeful Spirit у нас в зоне риска. Деваться некуда, надо давать стан. Заевейдил! ЛОЛ! Войт просто сейчас заевейдил стан Винги таймволком. Причем очень круто. Да. Он был вплотную, то есть я понимаю, там есть время, когда в тебя летит или еще что-то. Он заевейдил его в миллиметре от себя. Или он просто захотел прыгнуть, чтобы замедлить. А получилось так, что заевейдил. Да, получилось, что он супер жесткий и нормальный. В любом случае, выглядело это очень красиво. Все, теперь сверху пока нужна помощь Чена, потому что Войт на самом-то деле чувствует себя вообще шоколадно. Огромное количество урона. Vengeful Spirit, она слабая. Лода, если будет стоять на линии, будет получать по лицу. Если он будет закидывать бомбочки, то на них пофиг, отхиливаешься. Если кинет тучку, то Войт опять под линии. Он просто на 6-м левеле сможет убить Лоду, вот при таком раскладе. Да, Войт, ты посмотри, у него Пурман Шилд, Сапог и 4.5 уровень. У него дела так же, как у Лоды. И баш на двоечку. Да, он готов убивать. Заход. Заход на Вайда. Винга здесь, есть Чен с крипом. Крип может накинуть сеточку, и мы видим то, что сейчас может подставиться. Хотя у него есть таймволк. И, по сути, очень трудно будет его зафокусить так, чтобы он не прыгнул под вышку. Решили сместиться. Смещаются на Way to Sexy. Way to Sexy видит эту движуху. Уходит. И ганг не получается сейчас у команды Alliance. Вайда лучше всего просто пушить. Его очень тяжело забрать из-за большого количества армора. Таймволк прыгает далеко и... Ну, это такие себе истории, да? Если ты пушишь его, то он один, нюков у него нет. Ничего не может сделать. Перегреть ему очень тяжело, да. Нужна помощь Шейкера. Вот единственное самое разумное, это ганга Тинкера. Потому что пока у Тинкера нет травелов и... Он очень уязвим. Да, но Шейкер, вот Шейкер он-то палит. То есть Шейкер просто стоит на дефе Тинкера.
И нужно делать... Ой, это Лоди, посмотри, там пол хп отбрило. Нужно врываться. Ну, это такое себе. Опа! Очень здорово все сделал. Да. Ну, он в любом случае спокойно. И погибает Бристлбэк. Бристлбэк погибает на ботами. Забирает его ТС на пару с Бульбой. Без Маледикта, просто через каски. И Войт возвращается на лейн. Шейкер продолжает делать стаки. Понятное дело, что это для Тинкера, это для фарма машинками. Тинкер может намного быстрее получить свои тревела. Ему, кстати, остается 1500. И совсем скоро он, наверное, отправится фармить всю эту движуху. СФО 6 уровня. А что он делает? Он идет за Шейкером. Шейкер его к себе не пускает. СФО развел всю вражескую команду. Развел Шейкер, увел крипов, заставил крипов прийти под тауэр. И интересно, что дальше. Не, ну хорошо, Койкова фармит крипов под тавром. Просто крипов себе забрал. Думаю, задумка была какая-то другая. Да, сверху у нас Vengeful Spirit не находит себе места, потому что Void он уже настолько отфарменный, что он пойдет да убьет ее и стоит за алхимиком, прикрывая его от одного Войда. И... Воруй его экспириенс, да, если воруй что. Его экспириенс. То есть у нас он просто демон пошел. Да. У нее сейчас будет 6 уровень. Еще пак крипов, он получает 6 уровень, и у него 3-й таймволк, будет купол, и будет ПТ, скорее всего. Если с демон, да, если, кстати, с демон будет себе делать ПТ прямо сейчас, а не мидас, то он реально будет убивать на этой линии. И это будет очень качественно. Со стороны Вайда. У него есть шанс просто выиграть линию вот при той легкой. Но он ее уже выиграл, он сейчас ее уже выиграл. У него 18 на 3, у него 1-0-0, он забрал ФБ, и он имеет 6 уровень на 7 минуте. Может еще выиграть. Алхимик очень слабый. Если алхимик не кидает свой ульт, то он, в общем-то, и не так крут, как это многие думают, да? У него прирост силы всего 1-8. То есть, если посмотреть на тут же Vengeful Spirit, у Vengeful Spirit прирост силы выше, да? Или там у Брюмастера. Ну, короче, как у Чену, почти как у Чену прирост силы. Венга нормального опыта сейчас получила, огромный отвод зафармили они саки. Тьма сатиров. Нужно идти, нужно развести Вайда, а Войт, он все понимает. Да, стан. Ну, почти. Ну, смели, сатиры слишком много дэмэджа, а минус Войт на лейне, и сейчас он должен сделать ТП куда-то и попробовать помочь кому-то забрать, сделать фраг. Я думаю, что это будет правильно. Войт у секси, Шейкер, а второго уровня, я не знаю, возможно, он пойдет с Тинкером на Эншен ТП, именно там получит эту экспу. Которая ему, в принципе, нужна, потому что второй уровень это мало. Ну и что, Войт. Войт приобретает ТП, делает ТП на ботом. Я и говорил, сейчас должен быть таймволк, должен закрывать и забирать адмирал Бульдога. Не, Бульдог таких чувствует. Ну сейчас посмотрим, чувствует или нет. Бульдог. Вот сейчас крипы пропали, вижу, нет. Я верю, что Бульдог чувствует. Я верю, что он просто загрел, крипосик побежал за ним. Ты отошел. Тауэр. Так, что у нас демон. Тут? Минус Тинкер. Прыгает демон. Демон у нас не бьет Бристлбэка, ТС вообще стоит в хроносфере. Но нет, гонится за Бристлбэком, очень больно Бристлбэку и забирают. А тут смотри, что происходит. Тут СФО. Тут СФО зажат крипами, у него есть ультимейт. Он очень долго выжидал, но... По итогу выжил. Забрали Тинкера и Шейкера, тут 3-3 становится счет, пуш вышки. У СФО по-прежнему есть ультимейт, банкой только надо отпиться. И что, Шейкер вернулся. Сверху два сатира и Чен. У Чена есть подхил, если что, поэтому на СФО можно попасть. Запрыгивает Войт. Сейчас будет олхил. Лазер не успел долететь, заивейдил. Чен. Есть ли тест оф фейт? Есть. Вейв от сатира больше не будет. Смог. Айка грамотно. Тем временем на топе. Лода стоит и пушит вышку. Появляется рецепт на мидас. На ботами вышку упала. ТС 8 уровня. Есть мека, есть базилка 900 денег. И делает ТП. Будет денайт вышку. Not bad. Ну и Койко. 1400. Мидас полетает к алхимику. Нужно фармить эншентов. Эншентов много. Стоит, правда, здесь вард. Который не так просто даст это все дело забрать. Ну и пока у нас все равно. Альянс слегка врывается благодаря Чену, который в лесу набирает экспу.
И все ребята так вот фармят. Альянс очень тяжело кого-то загангать, вот именно на такой стадии, когда в центре стоит осторожно. Сверху разве что обойти вода смоке, будет и то день. Ну и вот Койку вармливать свои травла. Да, и нужно выманивать Койку. Выманивать Койку и всю остальную команду ликвид. На драку. Драться Альянс хорошо умеет. У нас Адмирал Бульдог, он, у него пока тяжелые времена, поэтому нужно дать ему фрифарм. Ну, в общем-то, он сейчас и стоит на фрифарме. А вот Вайпер, Вайпер у нас... Смотри, заход, заход, заход с маке. Лода. Но уже те поздно. Самые, те самые файты. Не, еще нормально. Вайпер прыгает на Бристлбека. Там у нас Бристлбек спокойно уходит, и можно напасть. Значит, что они там еще собрались сделать? Ждут. Лови кого-то. Они ждут, что кто-то перетянется, или сейчас кто-то пойдет фармить эншентов, но время Альянс уже прошло, потому что эншентов забрали. И ребята уходят пешочком. Ну, пытаются вот сейчас войд ловить. Да, находят демона, бежит алхимик, демон. И не вовремя летит сюда кура. Упрыгивает. Ой, как грамотно. Развить его здесь чен. Куру отводит. Не, ну чен сам не затыкает войд, это понятное дело. Ой-ой, первый стан. И сейчас он его замедосирует сразу. Ну, да. Все четенько. Тем временем Вич-Доктор потихонечку к своему 6 уровню идет. Надо начинать для Ликвид комбинироваться хоть как-то. Шейкеру нужно пространство, ему нужно получить свой левел. Шейкер пока бегает, тут уже 11 минут, и никто ему этот левел не дает. Вайпер с Мекой старается вот что-то в центре сделать, да? Ну, будет, понятно, левел временем парк. Ну, вот тут пытаются Вич-Доктору уровень подогнать. Да, и без Шейкера, блин, бедный Шейкер, он бежит, бежит. Вот очень хочет забрать, но далеко у нас Шейкер. И, увы, никак. Пока у нас Шейкер идет на экскурсию, Альянс еще драку. Панда у нас с блинком, поэтому сейчас можно убивать. Причем убивать очень серьезно. У нас панда фактически сейчас в соло убивает Тинкера и еще разваливает пол команды. И приняла позицию. Ну, если в купол не пойдет. Да, я приняла позицию. Так, находят сейчас бульдога. Бульдог. Не стали кидать каски. Тут же ТП и просто отход. Кто кого еще нашел? Интересно, то, что Тинкер в смоке бегает по карте. Вроде бы у него провала, а он... Круто. Он еще и эншента фармит чужой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Видит это бульдог. Нужно алайнсом это все дело сейвить. Потому что если это все Тинкер заберет, он бустится очень сильно. Это нужно срочно фармить алайнсом, ни в коем случае не сейвить. Да, ну быстро, быстро под AC спрей мы выявим террором. Минус 10 армора, они это моментом заберут. Тут крут спрей. Да, отфармили. Тинкер бы тут баблище поднял просто немерено вместе с опытом. Альянс у нас двигается к успеху дальше. Пока что все фармят. Единственное отличие Альянса фармят чуть вместе. И ликвиды у нас по статус слегка вырываются. Войд забирает себя и тема. Так у нас Войд сделал Мидус. Это, кстати, очень хорошо. Ну, давно уже Мидус, он же во второй, да, или третий раз кидает. Потому что драться им не надо, сейчас уже надо просто бегать. И ждать, пока Тинкер сделает свое дело. Ну, а Шейкер бегает за экспой. Из-за того, что Тинкер пушит вообще все линии Шейкера, ну только со своей. Ну, Тинкер сейчас не особо пушит, он по большей части пытается фармить иншенты и лес, оставляя лайны своим тиммейтам. Это, кстати, тоже очень грамотно. Сейчас, когда Тинкер забирает весь фарм на карте, саппорты и керри начинают превращаться в каких-то обглодышей. У них нет денег, у них нет опыта, они чувствуют себя приниженными, и Тинкер в файте, если погибает, все остальные голые. Войд ТП на ботом. Так, что летит войду? Что-то... А, он ПТ что ли купил или что? Что-то я не вижу, у него 1000 была. Ну, судя по всему, ПТ купил. Так, что здесь? Здесь не получилось убить Шейкера, так понимаю. Очень хотят навязать драку Альянс, прямо из 4 у него есть ультимейт, вот он хочет разложиться, но ликвиды настолько осторожно играют, что посмотри, они вообще не фармят, они не фармят вверх, в центре они не появляются. Им хватает своих лесов, им хватает вот фрилейна, да. Для... Защита прям такая, защита дикая от ликвидов. Ну и пока у нас работает нормально. Альянс, по-моему, надо Рошану просто идти забирать, потому что... Да, по таким минус армором они могут себе это позволить. То, что еще ликвиды, они как бы так бегают, что... Ну их нафиг. Забрал и по центру или там снизу побежал.
Есть ТП, что, собираются подраться? Суперганг, очередной смокганг. Молиться только на Вич-доктора. Да, Койкла, через Детвард заберут. Койкла в очередной раз идет со своей командой, и у нас и Альянс. На Рошане. Отходит, да, убегает, все. Ну, смотри, у Рошана медалька минус 15 армора. Да. Еще Bristol Back. Вот он, качал ли он? Ну-ка. Да, он Левок. Качал на единичку, он правда не клюет, но если он будет убивать Рошана, то будет еще минус армора. В сумме там получится минус 15, где-то минус 23. И вот. Минус Рошан. И тут же Alliance идут на ганг. Надо уходить отсюда. Запрыгнули, Бульбу цепанули, разложился, Бульбу минус. Нашел свою цель из 4, так долго он искал, станчик и все. Приехали. Тинкер. Тинкер продолжает. Есть уже Дайгер, есть Соуринг, все великолепно. Лода. Что у Лоды? У Лоды потихонечку вырисовывается БКБ. TC, 11 уровень. Нужен поинт-бустер, нужен Аганим. Здесь против таких игроков Аганим нужен 100%. Отмена ТП и начинают фармить вышку. Руна Регина есть у СВО, поэтому если спокойно танкует вышку, тут для нее это не проблема. Да, демон у нас плиты, тиси у нас плиты, заставляя альянсов разделиться настолько, насколько это возможно. Койка у нас подходит снизу, кстати, Койка молодец, смотри, снизу подходит, кидает машин и сразу уходит, понимая, что ну хоть как-то, но надо заделеить альянс и дать фарм своей команде. В итоге подходит у нас наверх, подходит С4, агрессивно прыгает, и вся команда ликвид стягивается наверх. Они тоже хотят забрать вышку плюс в ответ. 2. Либо заберут вышку, либо разведут на 4 ТП. На 4 ТП вряд ли поведутся альянс, то есть у нас есть 4. Давай, 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 прячься, хорошо. Не туда прыгнул. Больно С4, да, все. Ультимейта нет, это минус СПО, и еще будет минус вышка. Потому что драться они теперь не пойдут без СПО. Купол есть у демона, и вышка будет отдана. Еще и Войд ее забирает. Очень неприятно, 1900 на руках Войда. Разводят. Разводят ликвиды альянсов как, ну, по карте как хотят. Самое, что смешное, в ближайшее время Альянс этим ничего так толком-то и не сделает. Нужен какой-нибудь... Ну, если уж что-то сделать, то это ты берешь алхимика с лотаром, который способен разведывать, убивать, но тогда... Я думаю, ликвиды еще осторожнее начнут убивать, если... Тинкер начинает... Очень маленький кулдаун у Детварда, поэтому его вообще жалеть не стоит. 80 секунд всего. Купола 100 секунд, в третьем уровне будет 80, да. Можно просто кидать постоянно. Учитывая, что у нас за 17 минут 4 кила для одной и второй команды, нужно вообще все кидать, если только предоставляется возможность. Пока у нас такая осторожная доска. Альянс пакуется до кондиции. Вот если взглянуть на героев Альянс, то все они улыбаются вот так вот в лейте. И Бэк улыбается, да, и Алхимик улыбается. То есть там Тарасочка, вторая Тарасочка, там на одном Кираса, на третьем Шива. На том же Брюмастере и тащи. Просто в атаку. Ну, Войд. Войд тоже улыбается, да, только просто. Вот Войд... сейчас Войд очень сильно пакуется в скорость атаки, но не в дэмэдж. И если там появятся нормальные запаки на армор, то он ничего не будет наносить. Он будет бить быстро, но ничего не наносить. Да, ну своего рода мобильный вариант. Ты одновременно убиваешь и гангаешь, потому что, ну, пока давление создавать надо, и, в общем-то, у Вайда все замечательно. Он с харды, он мидас, Mask of Madness, ПТ, и еще у него там сверху есть. Чуток лавы. Он сейчас может погибнуть, кстати. Тебе очень тяжело его забрать. Ну, ты я смотри, бы сказал, я бы сказал, слишком тяжело его забрать из-за того, что у него высокая мобильность. 1000 с лишним ренджа. Вот у нас нашли его. Прыжок. Демон. Демон. Свап. Стан. Может быть, ты прыгнешь. Можно поставить купол. Купол, 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 купол поставить. Не хочешь пока ставить. А, у него ТП нету. У него нет ТП, боже мой. Ну, Лоду, хотя пробивает, смотри, неплохо. Он еще и уйдет. Да, уйдет. Нет, не уйдет. Был близко. Очень близко. Ну, демон у нас в очередной раз исполняет. Че ж ты без ТП, дружань? Дружань, ты че без ТП бегаешь? Спокойно. Два сразу купил. Сразу, вот так, да. Надо было два до этого. И хотя бы одно до этого и одно после. А не два потом. Ну и Alliance наваливаются на вышку. Блин, кстати, был бы плюс один любой у Вайда. Лоду бы забрали.
Да, ну Лода есть. Кстати, Лода собирается Анжеш, мне это уже нравится. Очень тонкий момент. Единственный герой, который может защищать, это Тинкер. Пока Альянс этого Тинкера убить не может. Но если Венжа Full Spirit, она увеличивает свой левел, то на 16 левеле... Она его выступает. Да, и вот тогда, если Тинкер не успеет кинуть свой маршрут, то Альянс просто на кулачную разломит ликвидов. Сильная стратегия. Вот такой стратегии, по-моему, в папчике вообще найса будет. Потому что она простенькая, эффективненькая и при этом довольно-таки сильненькая, да. Даже Рошан сдает позиции перед ним. Не, ну Рошан перед таким с армором. Ой-ой-ой, Чен, ты посмотри, что собрал. Не самый лучший вариант. Ну, если он один собрал... Они хотят убивать его через машинки. Тут третий будет у Адмирал Бульдога, они просто будут заходить в машинки и убивать Тинкера. А Тинкер купит и уль себе. Когда они включат блэдмейлы, Тинкер поднимет себя, и в итоге он просто их продамажит. Но это если Тинкер жесткий. Пока... Тинкер сейчас может потратить деньги не в Еуль. Может, может. Поэтому на самом деле старта Альянс близка к успеху, надо будет смотреть. Для Альянсов, на самом деле, самое четкое вот эти блэдмейлы где-то спрятать, а потом прям перед пушем резко выйти, и тогда если Тинкер... Смотри, пока... раз блэдмейл. Да, два и три. Если Тинкер поканет... Два, три. Если Тинкер поканет догоны, то конец вообще ему прям... Прям фактически сразу под маршами. Ну это жуть! Что это за замуты мутные? Очень нравится запак алхимика. Это будет либо Алибарда, либо Санжьяша, но скорее всего... Я думаю Сия. Я думаю, что Алибарда. А кого затыкать? Вайда. Вайда или Вайпера, да. Да, Вайда типа слишком мало атаки, его затыкать смысла нет. Потому что главная фишка Алибарда то, что она дает миссы. Учитывая, что основной дэмэдж это Войд и Вайпер, которые бьют с руки, то миссы очень сильно решают. Что у нас там в чатике, посмотри? Интересно, что происходит? Не знаю, чатики, я думаю, нас любят и мы вас любим. Да, у нас тут. Dire's top tower is under attack. Oh, that's got to hurt. Че там? Здесь много чего интересного. Dire's top tower is under attack. Ну что, Лода? Сейчас они, возможно, это используют даже, знаешь, в открытую заходить на хайграунд. И если Тинкер будет дефать с помощью машинок, то они будут включать блэдмейлы. Да. Не где-то вот в крысу его ловить там и так далее заходить, а просто в открытую заходить на хайграунд. Вот пошли машинки, пошла Фиссурина. Видит машинки, пошли блэдмейлы. Где Тинкер? Тинкер просаживается, пошел в Ю. Окей, еле-еле выживает. Все, стратегия закончилась. Три блэдмейла? Да, минус три блэдмейла. Но они еще пригодятся, я думаю, в файтах и так далее. По-любому, но просто сейчас это гон. То есть ребята собрали блэдмейлы, и походу они просто не догадывались, что Тинкер может вот сделать так. Потому что он влетает, потом он перезаряжается, потом он снова взлетает, и все. И как бы так просто. Как бы так просто он вот так вот делает. Потом, дэмэдж будет расти, то есть ты даже не будешь догадываться, когда эти блэдмейлы включать, и в итоге все у нас переходит с Тинкером в дефолтную макроигру. Вот я смотрю на эти блэдмейлы, я вот думаю, лучше бы они все по Мидасу купили вообще, потому что толку от этих блэдмейлов сейчас. Вот ты бегаешь, да, и ты можешь что-то сделать, если тебя будут бить. А Койко он господин в этой ситуации, он решает, идти или не идти в итоге. Врыв в центре, идет у нас Войд, нападает нас на ЕГМ, бьют ЕГМ, кстати, если так больно, он его бьет. Но Вич Доктор делает все очень жестко. Но СФО не будет врываться. Без Винки не должны драться. Хотя, вот он врыв от СФО, вот он Войд убежал, вот он может быть он... А, он мисс, он сделал мисс этот, мисс таймфон. Дед демон просто. Это демон, да. Супа скилла. Все, альянсы думают, что нам делать дальше с Тинкером. Вот что еще можно? Можно еще собрать его, самому можно собрать его, поднять его, и когда он приземлится, растоптать. Три его. Поднять? Так. Пошли, пошли. Вот у нас адмирал Бульдог.
Койко у нас спокойно все запускает, и в итоге Адмирал Бульдога уже нет треть лица. Но Лода, вот теперь идет следующим Лодом. У Лоды очень хороший запак. Вот именно вот этот Владимир, он позволяет отрегениваться всей команде. Крюмастера, Бристлбек и Венджерфул Спирит он бафает очень четко. Знаешь, вы сейчас просто сплитпушит жестко, наконец у него есть ТП. Он просто заберет Тир 2 Тауэр быстрее, чем это сделает Альянс на миде. Понятное дело, что под машинки им заходить неохота. Крипов забрали, пошли машинки. Fortification. Да, врывается С4, хочет кого-то убить. Вообще ликвид находится очень далеко. Цеплять у нас С4. Лода взорвался. Да, летает тут... здесь. Минус ультимейт Брюмастера. Брюмастер у нас без ульта. У нас все еще летает машинки. Тауэр нас вообще не забрали. Демон спорит, о-о-о, что за движуха, и надо идти убивать. Бристлбека нету. Сфера у нас 5 секунд. Нужно прыгать. Начинает бить Лоду. Лода, наверное, ультимейт скоро кончится. Вообще ничего не наносит. Да, ультимейт Лоды кончается. Отправили. Его ТП-шат очень жестко. Но это минус чен. И время чена. Да, время чена. Время чена и двух крипов. Сбивают. Круто застанил у нас. Ну, понимаешь, вот Войт сейчас сам ничего не знает. Ему срочно нужно что-то на дэмэдж, потому что он даже чена не пробивает. Здесь качка. Вот насколько убежит за С4. С4 у нас всеми силами старается там дать пивка или как-то откупиться, но увы. Минус СПО. Да, стан и уходит отсюда. Сколько у нас С4 не простил. Еще бежит Лоду, вот это интересно, он взорвался сам. У него есть Блэйдмейл. Можно это неплохо, можно еще раз взорваться. Его, да, включить, но толку-то. Почему Блэйдмейл не носит тебе дэмэдж, когда ты взрываешься? Ты сам себе же наносишь урон, по сути. Он должен наносить тому, кто тебе наносит урон. Разорвался под Блэйдмейл, и разорвал себе лицо. Нет, было слишком жестко. Он еще раз хочет взорвать сам себя. Койко вообще играется. Ты смотришь на Койко, такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Бегают против... Шаловливый Койко вот такой, да, игривый? Бегают против него три толстячка, и он развлекается вообще на полную катушку. Причем вот он специально сейвил деньги. Он ничего не покупал и ждал, предполагая, что они купят Блэйдмейл. Потому что Койко на Тинкере там... Что-то знает. Пабы, да, пабы он нормально покорял. И сейчас... Мейлшторм появляется. Еще один артефакт на скорость дэмэджа, но это хотя бы еще и до самого дэмэджа. Мейлшторм это, по своей цене, это самый высокий дэмэдж, наверное, в доте. Кристаллис больше. А? Кристаллис больше. Ну, ты уверен, что Кристаллис больше? Ну, по ДПСу, да. Я верю, что Мейлшторм больше. Ну посмотри. Так, я просто смотрю. Майлшторм делается из перчатки. Так. Давай посмотрим. Кристаллис плюс 30 дэмэджа, критикал шанс 20%, и критикал дэмэдж 135. Да, самого дэмэджа он дает. Да, дает только криты. И стоит он сколько? Ну, 2100. А Майлшторм стоит 27. Он дает на 6 дэмэджа меньше. Точнее, на 6 дэмэджа меньше, но он дает 25% атак спида, который бафает баш Вайда. И при этом... Он дает молнии, которые фармят быстрее, чем, ну, помогает ему. Не, но он стоит дороже на 600. Но это немного. И его вот эта вот молния, она в начале в разы жестче, чем хейт. Потому что молнии, они намного цели заняют. То есть на 4 цели. Не, если в куполе закрыть толпу, то да. Ну, шторм явно будет похлеще. Ну это в начале, а потом уже в конце, когда у Вайда появляется больше артефактов, да, да и Дайдалос он будет посильнее. Но все покупают Майлшторм обычно за счет скорости атак спид, фармы. Атак спид, да. Скорость фармы, молния. Ты спокойно фармишь лес. Альянс у нас дальше думает, как так, наша старта не сработала, вроде бы... Куда деть эти Блэйдмейлы? Да. Пытаются продать их сейчас где-то на форуме, на Реддите. Ну потому что действительно, ты смотришь на них и как будто они теперь против Тинкера первый раз играют, вот и пакуют. Лода сделал у нас все-таки не Алибарду, а Санж Яшу, не знаю вот против кого он сделал Санж Яшу. Ну атак спид, мув спид какой-то мобильности. Ничего да. себе. Ну а что? Смотри, бьет. Бьет и бьет. Быстрее фармит, хорошо. Поговори. 3-400 на руках да, у него. И ликвиды развлекаются по всей карте у нас. Сверху бегает, фармит Войд, ему ничего под нельзя сделать. Да, вот был бы Алхимик с Лотаром, я бы уверен, бы он ну, хоть какую-то опасность мог излучить. А так он просто бегает, как кусок мяса, который боль... ну, который толстый, и все. И он ничего не делает. У нас уже даже Бульба развлекается, он просто бегает во вражеском лесу. Бульба там очень скоро, походу, будет агоним, 11 левел. Единственное, вот Way to Sexy. Даже Way to Sexy был, получает свои слоты, который вообще был бегал без денег, да. Way to Sexy гонится за успехом. В этот момент только на Вайпера смотришь, вот он единственный, кому, ну, кому приходится брать нож у танка. Поэтому ему паковаться на ДПС нельзя, а исключительно того, кто будет впитывать.
Ну и в результате чего он медленно фармит. И вот почти даже его это обогнал. Альянс бегают дальше, в смоке, бегают по своим лесам. Очень интересно, пробежали по всем своим лесам. И врывается в центре, находит у нас ТС, гонится за ТС, шейкер его ну отрезает. И ТС не цепанут. И да, и в итоге ликвиду у нас... Там диварник произошел, там гем у Лондо, смотри, на скорости бега дальше у нас гонится, но... Не, бегает он быстро, да. 446. И идем дальше. Демон наверх, пушит. Остальная команда вниз пушит. Адмирал Бульдог здесь. Да, влетает в него эта касочка, еще касочка, еще касочка, еще касочка. Хорошо. Адмирал Бульдога нормально откусывает. Полстолба Адмирал Бульдога нет. 3600 у Тинкера. Чем дальше будет идти игра, тем веселее будет Тинкер. Когда он запускает 4 марша, ты вот представляешь, как бегут эти милишники под этими маршами, и ты думаешь, какая же это боль. Какая это боль. Да, еще смотришь на демона, вот. Демону хорошо. Да нет какого-то бетайдера, который может тебя поймать, тебе такой кайф вот этими блинкерами играть, потому что ты чувствуешь себя богом. Забрал он вышку? Катка. Да, он сейчас тоже заберет вышку, улетит из 4, но он на самом деле может и поиграться, ну ладно, не хочет он играться. Зачем рисковать, и у него уже 3000. Фармим дальше. Все фармят. Все фармят, и были бы мидасы, все фармили лучше, но у них есть блейдмейлы, правильно. С блейдмейлами бегаем дальше. Использовали... Можно, кстати, тоже фармить. Использовали блейдмейлы один раз, и давайте побегаем. Можно тоже фармить с блейдмейлами. Можно фармить, нажимаешь. Да, и просто... Урсап тебя... И миллион дэмэджа делаешь. Идем дальше. Не, игра перешла в стадию... Просто Стадия Тинкера и Войда началась. Ну, Войд он такой, Войд он нормальный герой. Войда для того, чтобы пушить, ему нужно быть рядом с крипами. В этом минус, его легко загангать. А вот Тинкера, чтобы загангать, это нифига не так просто. Тинкер в большинстве случаев туз лупил вообще все эти ганги. Кинул 54 пачки. Если даже в тебя прыгнуть и тебя найдут, ты там еще возьмешь и плейн команды убьешь. И альянсы бегают по своему лесу. Теперь альянсы походу поняли, что... Наконец-то! Просто, они хоть кого-то просто, нашли! Бульбу! Бульбу нашли! Даже и то не убьют! И даже Бульбу они не осилили в своем лесу. Бульба в своем лесу бегает как у себя дома. А, в чужом лесу, да. Как бегает как у себя дома, и ему норм. Мне кажется, это уже подсчетчик. Пока это издевательство. Я вот так это назову. С4 нужен хекс. Ну, хоть какой-то контроль нужен, но вместо этого S4 пакуется на Шиву. То есть он вроде бы все еще сильнее в замесе, но, как мы видим, замесов нету вообще. И с каждой секундой по чуть-чуть, но ликвиды там на 100 голды вперед идут. Дотка прекрасна. Дотка прекрасна. Наги не хватает. Да. Очень. Мне было бы интереснее смотреть, как у Альянса сейчас сформил Нага. Я думаю, где-нибудь в гранд-финале команды прозреют и поедет у нас лютая каточка. Там туда-сюда. Демонов паковать бы себе Мджалнир вообще. Да, ну, чтобы лишнее он... так спит. Просто у него нет лишних слотов, да, один слот завершить будет полезно. Вот, ну-ка. И посмотрим, что у них там. Мджалнира, да, он чуть больше бьет. Правда, совсем чуть. Шанс такой же. Всего на 25 бьет больше, но, блин, это же все равно плюс, как ни крути, да? Не, смотри, подожди, chain damage 120, да? Static damage 200. Нет, static damage... Ну, это на себя плюс... накидываешь. Ну, пока он, полезно. Он пока не такой толстый, чтобы он что-то делал. У ликвидов вообще нет толстого героя. Хекс вот. Покупает одним кликом. Вот койку. Так. Койко моя идет дальше. Тараска. Очень скоро Койко сможет убивать любого героя. Нужен Изерил еще, Изерил. Правильно сделал, что не купил вот именно... Он не замаксил догон, то есть он взял его на троечку, на двоечку, и теперь будет Изерил Блейд, там вместо Соул Ринга. И Койко дальше путешествует по всей карте вниз. Хорошо. Альянс фармят свой лес. Альянсы, все, у альянсов... Ой, да высвопали, если вижен, пробегает БКБ, может сейчас поставят классный купол, но нет, решает просто уходить. Ну просто уйди. Демон за 15 минут решил провести хоть какой-то экшен, в итоге просто забежал во вражеский век. И опять попал в самый экшен, как обычно. Демону лучше вообще никуда не выходить, где демон, там враг. Если он идет искать врага, то враг находит его. Да, или по-другому. Демону лучше БКБ не стоило покупать, потому что бывает так. Окей, guys, I have BKB,
Now we can fight. You don't need fight demon. You have BKB and you just control all the map, so you can farm, farm, farm and farm. And wait when Tinker will just one click, one shot anyone. Yes? Yes, demon. Okay, man, I will do it. Ну, пока на самом деле все равно. То есть все фармят, в общем-то, Альянс делает все правильно тем, что они не бегают за ликвидами, понимая, что они им ничего не сделают. И, ну, в общем-то, норм. Можно побегать еще. Если игра затянется в Мега Лейт, то там на самом деле очень будет решать, что впакуют Альянсы. Потому что Брюмастер такой, знаешь, ну, заявочку делает на контроль. Он там сможет создать Хекс, там, допустим, прыгнуть, хексануть Вайда, и все, и катка сразу будет выиграна. Но сейчас я смотрю на Вити, и просто Вити мечтает о кровати, чтобы... Да нет, Вити еще... Я не мечтаю о кровати, я мечтаю, чтобы они подрались. Просто, хоть понимаешь, раз, 3... да? 35-я минута, и у нас 12 фрагов, которые были совершены. Последний фраг был сделан на 24-й минуте. То есть 11 минут назад мы видели последний экшен между героями. Крипов я увидел, как умирают уже тысячи. Их мороут просто. Они умирают миллионами. Но сейчас игра перешла в ту стадию, когда, Когда очень интересно за ней смотреть и рассказывать. Да, она несмотрибельная, я бы ее так назвал. Смотри, Альянсы фармят свой лес. Альянсы фармят свой лес уже, не знаю, 90 минут там. Ну, они не могут делать это бесконечно. Кстати, типа, вот в этой, войне классно себя проявляет алхимик. У него есть монетка. Чувствуешь, как Альянсы это понимали, что будет? Монетка... работает на лоду. Еще было бы классно, если бы он мог что-то сделать вот с этим дополнительным золотом, но пока вот, ну вот так вот у него все. Я думаю, всем надо паковаться. Да, уже пора всем паковаться, в том числе и с 4, и Vengeful Spirit, и Чену. Чен вот думает, что им паковать. У него вроде бы 2000, и как бы есть 2000. Возможно, попытка будет спануть. А вот у Liquid отличная вылазка. Замечательная позиция. Отличная позиция. Нападает на лоду. Лода у нас моментально падает. Секунду. Его не успевает свапнуть. У лоды есть байбек. Врывается ЕГМ. Дальше. Просаживается. БКБ. СФО. Запрыгнул. Должен быть ультимейт. Есть ультимейт. И просто убегает отсюда. Лода выкупился. Нужно убегать. Врывается у нас... ТС погибнет. Но он побегает прилично на самом деле, потому что вот пришел лода, все, теперь он не побегает. Теперь он просто умрет. Размен в пользу ликвидов. Все. Свои ультимейты реализовали. Дальше ждем купола и идем фармить. На самом деле, если они сейчас еще раз убьют лоду, то это вингейм будет. Ну, купол и поехали. Ну просто лода, он уже так зафармился, что, понимаешь, тоже потерял бдительность наш лев, когда ничего не происходит. Только мы с тобой просили фрагов, нам их дали. Да. Еще! Все желания сбываются. Еще. Прямо хочу здесь и сейчас. Падает Роша. Падает. Падают листья. Минус Рошан, сыр для Адмирал Бульдога, а Егис, понятное дело, для Лоды. Тараска... Блин, на самом деле Лода сейчас начинает мудрить, у него слишком много левых артефактов. Это Блейдмейл, Дайгер, Аегис, и по итогу он толстый, но дэмэджа у него немного. Что у нас в медле? В медле разваливающий Дедвард. СПО, Way to Sexy... Минус 3 в ноль. Дроп гема. Отличная драка от Liquid. Должны забирать вышку. У Войда 4000 на руках. Я считаю, что у Лоды не те артефакты, которые ему нужны сейчас, чтобы убить Войда. Ну подожди, он бегает быстро. Не, это великолепно. У него есть Блейдмейл. Так, еще у него есть фейзон, еще быстрее бегает. И у него есть блинк, он вообще ниндзя. Может вынести от любого. Лост обосновал мне все. Нужно быстро бегать и быть ниндзей, чтобы победить Вайда. А бить нет, не входит в эту опцию. Не знаю, ульта бьет, смотри. Тараска есть. Ульта не бьет, ульта, ты быстрее регенишься. Ну и ты бьешь быстро. Ну да, но не больше. Лода все делает быстро. Быстрее бьет. Быстрее лода? Да. Кролик. В рекламу там. Чего-то. Вот этот демон. Демон, он бешеный, я вот просто отвечаю. 5300. Демон, по-моему, просто после игры с Нави уже понял, что шутить нельзя, да? Когда ты там бегаешь один по вражеской территории, нужно как-то с командой играть, ну и пока он... Тинкер! Нормально играет. Четвертый догон. Тинкер, все нормально, да. Альянс дальше сидят на своей базе, они думают, а что же мы можем сделать своим пиком, и... Ну, сейчас можно сделать левелап. Можно поставить варды,
бегать в своем лесу и фармить вот, ну, именно еще осторожнее, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы ликвиды видели. Если демон поставит купол хоть на кого-то, то это все. Это фактически сразу минус 1, минус 2. Поэтому... Это у пацана, когда будет 16 уровень, там вся команда разлетится. Ну, много чего разлетится. Если так посмотреть, то ликвиды вот нас нашли лоду. На лоду. А лоду нет байбека. А лода есть бэдмейл, смотри. Опа, опа. Ну, есть, есть купол. Есть, а купол. Что он здесь делает один, давай по-другому. Опа, и лода падает. Лода, привет. Чемпион третьего интернешнл. Что он делал один в чужом лесу один? Он гангал тинкера. Ладно, давай по-другому. Щелкаем на лоду. Что? Каким боком он должен за ганга тинкера? Покажи мне вот то место. А Егис ему... Так, у нас драка. Ну, он прячется в кусты. Врывается у нас... Бульба. Пока жив. В бульбе очень больно. Потратил вард. У нас врывается демон. Начинает бить на демона. Вы секси. Демону, ну, вообще на все пофиг, он просто месит пант, но все очень толстое, демон у нас уходит, демон делает ТП-аут, и в итоге все нормально. DC бегает за ЕГМом, нашел ЕГМа, открывается адмирал Бульдог. Свап, ЕГМ. Блестящие каски, убивает у нас ЕГМа потихонечку. Да нет, такие все толстые, боже мой, нет. Нет, DC у нас... Слишком много дэмэджа, там, да, просто 3 взорвало. 3 в 2, и размен, ну, все равно в пользу ликвидов. Да, потому что выжил демон с рефрешером. Да. Почему не МКБ? Почему не полный Мьёльнир? А дэмэдж есть, смотри. Тинкер бьет, Вайпер бьет, Лич Доктор бьет. Надо держать противника. А самому бить не надо? Вот, ну, Адмирал Бульдогу лицо может... разбить прям в соло с МКБ. Нужно соблюдать баланс доты. Это как баланс... Нужно соблюдать круговорот доты. То есть и твоё... Пегас роль кого сейчас? Балласта какого-то выполняет? Нет, он выполняет роль дизейблера. То есть многие считают, что вот это супер кэрри, но если у тебя есть много дэмэдж... Но если ты насобираешь ему всякой фигни, то он становится дизейблером. Да, то он становится дизейблером. И на самом деле здесь достойный выбор. Вот для, ну, для рефрешера. То есть сколько у него там купол держится? Сколько? 5 секунд, да? 10 секунд? 6. А не, 5 секунд. Люди, 10 секунд люди будут стабильно стоять в хроносфере. А учитывая, что команде Альянс всем героям нужно бить, то, мягко говоря, Альянс вообще будет 10 секунд курить. Поэтому... Круговорот, баланс доты у нас ликвид соблюдает, что у них есть и бить, и держать. Хорошо, а если бы он собрал Battle Fury и МКБ? Зачем ему Battle Fury? Чтобы бить сразу всех. Ну, тоже вариант. Но если брать так, то... Ну, если Альянс будет вместе... Хорошо, Кристаллис МКБ. Если Альянс будет вместе, то он уже выиграл. Там Вич Доктор кинет на всех Монолидикт, и Шейкер кинет на всех Монолидикт, и он это понимает. Он по-любому понимает. Джимми, Джимми эти фишечки знает. Я Джимми, видел Джимми вот здесь, Джимми как... Джимми с 7 лет вот без тут байбэка, катает. Без байбэка, да, вот здесь Джимми в чужом лесу. Естественно, за Джимми. И если противник будет стоять вместе, то со всеми расправится Шейкер и Вич Доктор. Но если вдруг они будут стоять разрозненно, и нужно будет убить кого-то, и одновременно держать очень долго, то тут Джимми. Мидас... Мэлшторм, и все хорошо. То есть Джимми, он, поверь, Джимми, он не так прост. Я видел, как Джимми в чужом лесу отдавался без байбека. Это тоже было тактически. И после этого он понял, что надо делать в этом. Нужно собрать рефрешер? Да, нужно собрать рефрешер. Он хочет быть похожим на Тинкера. Хочет быть. Тинкер реарм, у Джимми рефрешер. Тоже хорошо. Хорошо, это что ты так? Знаешь, я не знаю, меня бомбит, потому что типа. Не, он нормальный айтем купил, что-то у тебя. Что сим ты к нему пристал? 5 секунд дизейбла на всю команду. Ты представь себе. Всего лишь за 5000. Где-то такое видел. Вот есть хиксы, ты можешь собрать 5 хиксов каждому герою, и у тебя будет 2.5 секунды в каждого героя, а тут одной Лост, кнопкой 5 секунд. Прекращай, я тебя возненавижу, если мне в команду в паблике поет свой с рефрешером, который мне будет говорить: да ты сидел с Ластом и Лост сказал, что рефрешер охрененно заезжает. Чё ты мне такой... Отлично заезжает, смотри, он экономически выигрывает битву. Экономически, 5 кусков выкинул, экономически выиграл битву. У нас вот есть тоже, экономически выиграли битву, раз, два. Да, Аран тоже за меня. У нас Аран, знаешь, купили Альянс боком такие три блейдмейла, и думаю, сейчас мы пойдем и запушим его. Оп! Смотри, нашел ЕГМа, убил. Опа! Состилили. Койко состилил. Смотри, рефрешер! Идет дальше. БКБ! Опачки! Зачем БКБ? Опачки! Опачки! Ну, демон. Хорошо, вторая хроносфера. Убил. Лода. Лоду. Убил. Рефрешер на воде. Must be. Тащи, демон, тащи.
Просто если бы не было рефрешера, он бы запрыгнул на... Гигантмазок, смотри, Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог Вайпер, думает драться 1 в 4, начинает танковать, проверить свои танкующие обилки против всей команды Liquid. В итоге он что-то бегает, ничего он против Баши. Вайда сделать не может, Пегасус Unstoppable, Void это имба, это понимает Альянс и делает вывод, что его надо было банить. Так жить нельзя. Просто Демон Соло убивает всю команду Альянс. Ну, это действительно так, если не брать Дру Мастера. 10-4 был, я вообще хз, я его драки не видел, он где-то там бегал там. Говорят, Витя, отдайся и ты. Ну все, отдайся. Какой Витя? Да не я. Нет, просто вот я думаю, что если был МКБ, то на первого героя ему рефрешер, ой, точнее купол не понадобился бы. Он бы просто убил с 2000. Ну хорошо, я нет, видел, два купола это круто. Нет, здесь просто дело в том, что это, ну если один, да, но есть еще и команда. Нет, просто они сейчас... Они же команда, ведь, да? Они кто, команда? Alliance? Я не вижу. Ну нет, только что у них наряд Blade Mail одинаковый. Все, вижу, форму одинаковую купили себе, вот эту шипованную, ёжики. Просто Буль бы говорит Джимми. If you will buy a refresher, it will be nice for me. И все герои, все игроки команды Liquid, они покупают эти. Ну, они понимают, что если Джимми поддержит, они будут ему благодарны. И в итоге, да, он меньше бьет, он меньше делает фрагов, меньше носит дэмэджи, но зато он держит их. Никто не запишет это в статистику, которую мы кидаем на титры. Не будет памятника Джимми! Никто не скажет, что он жесткий, он сделал один всех. Никто не скажет, но зато команда будет верить и вспоминать его испокон веков. Я уверен, все наши зрители сделают то же самое. Джимми все... Смотри, Джимми пошел. Я думаю, Джимми не настолько сумасшедший, чтобы пойти сюда. Да ладно, это же Джимми. Тихо, все в куче. Ой-ой-ой, и рефрешер кулдаун. Вот видишь, все потому что рефрешер кулдаун. А не было бы рефрешера? Ой-ой-ой, ты посмотри, как он залетел, но... Мало дэмэджа, все выхиливаются, и ГМ под минус армором полетел вверх. ТС надо отсюда уходить, всадил ультимейт бульдогу, всадил. Тут, под БКБ, есть рефрешер, ставится дедвард. Как же больно, Лода Аки просто убивает через себя. Тут еще его СФО, проблемы, СФО, погибает от Блейдмейл. Пегасус, ты сейчас убьешься. Джимми, не живи. Койква на разврате. Все, сейчас будут убивать Рошана. Тут есть один Рошан. Бульдога? Появился новый Рошан, да, это Адмирал Бульдог. Да, Бульдога просто... Койква начинает. Просто... Что-то... Личная казнь, Адмирал Бульдог. Собаку столки. Все, успокоились. У нас важный матч. Видишь, Джимми опять зацарил. Джимми, да. Еще аргументы. Я тебе скажу так, в предыдущей катке Liquid было так. Джимми, please, jump in lasso, panic! Окей, I do it! Все, катка изи. Ну что ж, могу сказать. Что я могу сказать? Чатик хочешь? Я хочу поржать. Я думаю, мы не одни смеемся. Тут пишет, что, ну вообще все знают, что Liquid играет на Тинкере в Айде. Ну, в общем-то, да, все знают. И на самом деле не до конца понятно. А что вообще Альянс забанили? Ты помнишь, я просто не до конца просмотрел. Но... Разор, по-моему, забанили. Да. И пока, короче, демона будет, то что просто нет контроля. Вообще, на самом деле, Альянсом, вот у них происходят драки, все, что нужно Альянс, просто начать первыми. Все, что необходимо Альянс, это купить хекс, ну или я не знаю, какой-то артефакт, который позволит им напасть первыми. Ну, стол 13 зарядов. Да. Можно Юл, кстати, уже продавать. Ну, пока еще рано, на самом деле. А что рано? Ну зачем он? А? Зачем он? А что ты купишь вместо него? Если покупать... Слушай, я зерил! Нет, если покупать, то готовый артефакт так, чтобы у тебя был байбек. То есть тебе нужно 1009. И тогда ты, у тебя будет и Zerl Blade, и байбек, и еще с Bloodstone ты вернешься. Zerl стоит где-то там 5 с чем-то, да? Zerl 4900 Вот, стоит. Почти 5. И вот Альянс, они могут выиграть замес, им все, что надо вначале начать. Но Альянс умудрились построить таким... Ну, пик таким образом, что... Не могут они, уже вот 48 минут начать игру. Они 48 минут просто бегают и смотрят, как Койку им просто с демоном пушат вдвоем все линии. То есть на самом деле... Вот теперь есть рефрешер и сыр. Да, это на самом деле очень жестко.
Вот именно вот такой набор артефактов. Он даже поржать успеет в куполе. Он много чего успеет в куполе сделать. 10 секунд, реально. Он успеет заказать, не знаю, чизбургер в меню. За 5 секунд. И съесть все это. Ой-ой-ой, Тинкер! Я думал, что он не допрыгнул. И вот Альянс, эти артефакты нужны. Я на самом деле не верю, что S4, вот человек, который все время играл на баках, на Шоу Спиритах, и на Бэтрайдерах, на героях, которых вот именно контролируют игру, вот он бах, что-то садится на Брюмастера и вот так вот терпит. Это, ну это жесть какая-то. S4. Ну-ка, где S4? Вот он. Все, вот S4 молодец. S4 собрал хекс. Вот теперь S4, ну, правда, перевес... Если он войдет в купол, то ему КБ было. Да, просто перевес по голде уже высокова, да, 30 тысяч экспы и 15 тысяч голды. Но теперь, если Альянс начнут первыми, на кого угодно, то это уже будет хорошо. Потому что все герои Ликвид очень полезны. Да, все герои Ликвид очень полезны. Бульдоже нужно спаковать какой-нибудь там хуй. Смотри, принес себе мидас, скинул. Опа. И убрал. И, да. И взял себе доминатор. Угу. А где Мом? Мом убрал. А почему не Владмир тогда? А? Почему не Владмир? Потому что Хелм Доминатор. На самом деле у Хелм Доминатора 2 плюса. Вот в такой плотной игре, когда у вас уже вот вы просто все фармите, а противник не вылезает с базы, самое эффективное это взять. Ну, собаку? Крипа, ну, либо вот собаку на замес, да. Много дэмэджа дает там, очень много дэмэджа. Там срывается на Адмирал Бульдога, выходит демон, прыгает на Адмирал Бульдога, начинает его бить, БКБшки, очень больно Адмирал Бульдога, свапает Венджер Фулл Спирт, и Гэма сразу убивает, Лода стоит, но не может подойти в хроносфере, и все. И минус Венджер Фулл Спирт. Есть рефрешер, есть сил, рефрешер. Собака жива. Есть собака. 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 Уходи. Диверсу. Что ты за тролль такой? Так, значит, смотри, идет драка, и вот S4 должен ворваться. На кого угодно, я не знаю, на Вич-доктора. Прыгай, 2S4, прыгай и мочи. Блин, тяжело ему прыгать. Подожди, давай лучше Джимми. Ну или на Джимми, но на Джимми тяжело. Врывается Адмирал Бульдог, Койко уезжает. Отличный момент для атаки, но большое количество маршей. Все у нас просели, врывается Лода станет сам себя, S4 думает... Боже мой, кто играет за меня? Врывается Койко, отличный врыв, начинает фокусить Койко. Купол по двоим, Аки тут же расстреливает, Вайпер, ультимейт Лоду надо добить, со спины ему Пегасус наворачивает, Лода погибает, минус Лода. И тем временем воюет СФО. СФО не может убить даже Койко. Койко взорвал Золотого и... Стан! Каски! Юл! СФО! Нет, Тинкер все же погибает. Way too sexy. Писурина. Убился Писурину. Уронил гем. Вайпер страйк. Здесь же бегает Бульба. Подхиливается. Запрыгивает Пегасус. Пегасус по бульдогу. По бульдогу. Пегасус. Ультракилл. И S4 теперь тоже может погибнуть. Кулдаун блинка у S4. S4 у нас под гисем коррозии скина. Есть 2 секунды. Может убежать. И в итоге у нас Ликвиды выигрывает очередной замес для себя. Собака, кстати, очень сильно порешала. Демон пофесил ее за Вайпером, и Вайпер все это время... Что такое? Я хочу посмотреть, как отреагировали на твою троллине. Так, Пегасуса схватили, а купол только через 10 секунд, он в хиксе, контролит его очень сильно. Хотя нет, ему слишком мало дэмэдж залетает, Лоду отправили на базу и... Упрыгивать. Да, упрыгивать. Вот сейчас, кстати, демон... Есть сыр! Сейчас демону не хватает реально дэмэджа. Он продал Mask of Madness, который дает ему атак спид, он продал Power 3, который ему дает дэмэдж и атак спид. И в итоге у него на дэмэдж сейчас один артефакт, это Мджалнир. Вот сейчас сыр можно продать или кому-то... В смысле? Да? А рефрешер? Рефрешер оставить. Смотри, 40 сейчас ему время собирать какую-нибудь бабочку или что-нибудь еще для замеса. Там Дейдалус, потому что... Да, Дейдалус бы неплохо. Мясок нету, а Дейдалус, да, будет давать очень много. И сыр надо слить. Спрашивают, сколько у них гема заваляется на карте, да кому они нужны? Кто их считает? Инвизибилити. Забирает алхимик. Будет ли пытаться под него какой-то ганг замутить? Следующий Рошан еще долго.
У Лоды, кстати, появляются... Сатаник собрал! У Лоды, кстати, появляются серьезные артефакты, вот там Abyssal Blade. Давай, давай, оправдай его, сатаник! Что, не, это я не оправдываю. Я к тому, что у Лоды появляется серьезный артефакт, это Башер, и если он запрещит Abyssal Blade, он сможет Тинкера снести просто в соло. И... Почему сатаник? А сатаник, ну, пока хрен его знает, тут уже все. Не, понимаешь, рефрешером офигенно два, заезжает. Два сатаника. Ну, красиво, и БКБ, два сатаника, и два Мджалнира. И нужно вместо сыра еще что-нибудь, чтобы перезаряжать рефрешером. Так, ТП на топ, цепляют СФО, будет ли купол? Купол, цепляют Чена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аки нужен блинк. Ну, вот он так вот сейвит, но потом он хрен с 2 уйдет, и ему нужен блинк, чтобы ты кинул и убежал. Это будет здорово. Койква, видите СПО, где-то он видел С4, нападают на Койку, Койки очень здесь больно. Должен быть, у Койки должен быть Войд. У Койки нет Эзерал Блейда, подходит у нас демон, подходит Лода, отличная позиция для купола, прыгает у нас демон, ставит купол, но... Все сатаник, нормально, здесь Дедвард. И он бьет плохо. Но Бульба! Бульба врывается, вносит просто тонну дэмэджа во всю команду противника, подтягивается у нас TC. И пытается всех... спасти СПО. Фокусит, а Адмирал Бульдог вообще находится... Отличная фиссура. СПО не успел ничего сделать. А Адмирал Бульдог находится вообще снизу. Вопрос? Ну, пока вопрос, нет вопросов. Почему Адмирал Бульдог не на Фурионе? Да. Тогда он мог бы быть в файте. Есть хороший вопрос. Ну и все, я не знаю, если Альянс и дальше имеет байбеки, и не знаю, откуда, правда, они берут деньги на эти байбеки, то будет круто, но походу это конец, походу все, просто ликвиды покорили команду Альянс. Да. Во всех, теперь во всех фабах страны. Сатаник, рефрешер, БКБ. Воет сатаник, БКБ, и мы идем к успеху. Забирают у нас сверх, забирают центр. Убирают вообще все линии, которые можно. Чен у нас ну, бегает. Мидл точно минус. Интересно. Лод еще 50 секунд, что поэтому... Чен? Кстати, Чен продал Блейдмейл. Я могу Чена с этим поздравить. Чен продал Блейдмейл. Бристлбэк продал Блейдмейл. И... Кто у нас? Лод тоже продал Блейдмейл. Они их купили, они их продали. Молодцы. Использовали два раза за игру, наверное. Ну, эффективно. И не носят. Ой, Адмирал Бульдог, ты посмотри, что с ним происходит. Реарм, ЕГМ. Попадает под фиссурину. Ему же выписали тут же лазером. Запрыгивает сюда Пегасус, в хиксе бегает, стоит Дедвард, в живых только один СФО, СФО ничего сделать не может, у него даже ультимейта нет, купол есть, если что, у демона, просто стоит и бьет бараки. Что я могу сказать, Альянсу надо просто поиграть в папчики, где Тингер находится в каждой игре, потому что... Бульдог. Они не ожидали, что ли, что он остановит их уж один в этой игре. То есть ребята реально надеялись выиграть быстро, завязать драку, но один Тинкер полностью отконтролил всю стратегию. На пару с Вайдом. А это герой мощный. Таким пиком нельзя тебя так просто. Что? Войд, Войд, я считаю, что Войд с рефрешером просто не оставил шанса команде Альянс. Что ж, дорогие друзья, это еще не последний матч на сегодня. У нас впереди с Димой завершающая катка на сегодня. Это Vici Gaming против Cloud9. Кстати, это... Ребята из топа, так скажем, турнирной сетки. Поэтому далеко не расходитесь, буквально через 10-15 минут мы продолжим.